общем, ситуация такая. Вчера, 4 июля 2019 года, мы только что проехали табличку с надписью Ричкрест. Так вот, этот вот городок, который расположен вот там, вот вдали, вчера там произошло одно из сильнейших землетрясений за последние 20 лет в Калифорнии. Магнитудой 6,4 балла. Мы почувствовали его на себе. Трясло где-то примерно 20-30 секунд. Вот. И эпицентр его как раз-таки располагался за вот этим вот городом. Ну, надо сказать, что это довольно-таки малонаселенный пункт и область малонаселенная. Поэтому пострадавших вроде бы как не было. Ну, я имею в виду погибших. Пострадавшие были, и какие-то там даже пожары в связи с повреждением газопровода были. Но в целом более-менее обошлось. Но я хочу сказать, что это было действительно одно из первых землетрясений в Калифорнии за все время наше пребывание здесь, которое мы почувствовали достаточно явно, так четко и продолжительное время. И вот сегодня мы проезжаем как раз-таки по фривею, который проходит мимо этого городка. Ну, разрушений не видим, дороги целые. Да. В общем, такой моментик интересный. Мы вот двигаемся на север и сейчас сделали остановку на заправке Mobil. Значит, между нами с одной стороны находится Сьерра-Невада горы и известный горнолыжный курорт, его начало Мамос, а с другой стороны находится национальный парк Дес-Вали. Он тоже такой как бы огражден горным хребтом, и вот мы между двух хребтов этих двигаемся на север. Так что вот интересное, как только ты въезжаешь в такие отдаленные глухие районы, как мы сейчас продвигаемся на север Лейк Тахо, топливо, бензин начинает стремительно дорожать. Если мы выезжали, бензин стоил где-то 3,60, то вот мы сейчас приехали, остановились на первой остановке, заправка Mobil, здесь уже топливо 4,20. Ну, наш премиальный бензин, который нам нужен. Да, ну, надо быть очень внимательным, рассчитывать, сколько топлива вам осталось, если вы путешествуете по Калифорнии в такие отдаленные небольшие расстояния, где локейшены расположены далеко друг от друга, и просчитывать, потому что можно очень здорово попасть, как говорится, на деньги, на топливо. Вот, ну и, соответственно, может вообще бензина не хватить, застрять где-то. Да, ну а мы наблюдаем такую интересную картину. Сейчас 5 июля, а в горах, горы, собственно, не такие высокие, вот этот горный пик, и там лежит снег. Все еще лежит снег. Забавно. Ну а мы отправляемся, мы едем дальше. Город Боди нас ждет. Всего лишь час-полтора нас отделяют от него. Едем. We'll be right back.
Не смогли мы удержаться, не хотели останавливаться, но все-таки решили остановиться, лицезреть вот это вот чудное, замечательное озеро. Называется оно Мона, и округ этот тоже называется Мона. И вот на той стороне находится город Боди. Вот, но вообще так небольшую такую остановку решили сделать и просто вот пофоткаться, посмотреть на чудесный живописный пейзаж. Вот такое вот озеро. Разбросаны вот на такой территории. Коровы коричнево-черные лежат. Небольшое КПП, билетики. В общем, заплатили мы денежку за въезд. Надо зарабатывать городу, поскольку расположен он такой, в такой глухомане, что тут тяжело вообще. Тут даже дорогу не проложили до конца, асфальтированную сделали вот такой вот, наполовину пришлось трясти. Ну ладно. В общем, по $5 где-то и на взрослого 10. Нет. Чуть больше. Сейчас нам билетик дадут. Yeah, what you do, you'd be parking along the road, this side of the road, because the parking lot's full. So you just walk down Main Street. Okay, so we need to around back? Yep, just make a U-turn as soon as possible, and you'll park alongside this side of the road. Okay. Yeah, sorry about that, but yeah. Yeah, cool. No problem. Итак, наконец-то мы на окраине города Боди. Вот он за моей спиной, как на ладони виден. Мы, к сожалению, не смогли припарковаться вот на той парковке. Она полная, и товарищ, которому мы заплатили денежку за билеты у КПП, развернул нас и попросил припарковаться за дорогой. Мы еще удачно припарковались. Там вообще целая кавалькада машин за нами выстроилась. И надо сказать, что нам еще повезло, немножко так повезло. В общем, все, мы вошли в город. Сейчас идем бродить по улицам, смотреть, какие там предлагаются экскурсии. Может быть, какие-то аттракшнс там дополнительные, не знаю. В общем, сейчас посмотрим, поснимаем, походим.
1859 году некий Уильям С. Боди обнаружил приблизительно в 20 километрах от озера Мона в горах Сьерра-Невада крупное месторождение золота. В том же году он замерз во время снежного бурана, пытаясь добраться до ближайшего городка, чтобы пополнить запасы продовольствия и материалов. Тем не менее, члены семьи Боди основали на месте его разработок городок и назвали его именем Золотоискателя. В 1861 году они начали здесь добывать золото. А спустя 15 лет разрабатывавший это месторождение Standard Company обнаружил еще одну богатую золотую жилу, и Боди стал стремительно расти. Если в 1876 году здесь было всего 30 постоянных жителей, то к 1880-му их число достигло 10 тысяч человек. В это время город процветал. Здесь были круглосуточно открыты 65 салонов, был свой квартал красных фонарей, китайский квартал с даосистским храмом, 7 пивоварен, издавалось несколько газет, была открыта своя железнодорожная станция. В то же время Боди, этот город времен золотой лихорадки, стал центром преступности и беззакония на Диком Западе. Местом, где ежедневно происходили убийства, ограбления, нападения на почтовые дилижансы и тому подобное. Ребят, ситуация следующая. Значит, за моей спиной вот там находится шахта, золотоносная шахта, где добывали золотую руду. Туда каждый час организовываются туры, это примерно 40 минут. Они проходят там как-то под землей, я, честно говоря, не очень уверен, но, как мы поняли, это под землей происходит. Так вот, сейчас 20 п.м., ближайший тур будет в 3 п.м., и мы бы рады туда попасть, но в 3 п.м. мы должны отсюда уезжать в следующее наше место. Нам нужно зачекиниться в мотеле, а потом ехать в наше следующее место. Травертин Hot Springs, это горячие источники. Поэтому, к сожалению, вот та шахта останется пока нам недоступной. Может быть, мы в другой раз сможем туда попасть. А сейчас довольствуемся тем, что мы походим снаружи, позаглядываем в дыва, куда можно зайти, зайдем. Где можно просто походить, просто посмотрим, поснимаем.
Мы уже часть какую-то посмотрели базе, сейчас посмотрим другую часть. Вот так. Через несколько лет доходы от добычи золота, вызванного падением мировых цен на него, уменьшатся, и жители станут покидать Боди. К 1900 году, то есть через 20 лет после начала развития, население города уменьшится в 10 раз. Через 17 лет будет разобрана ветка железной дороги, ведущая в Боди. А в 1932 году случится сильнейший пожар, когда выгорит весь деловой центр, и судьба Боди будет предрешена. К началу Второй мировой войны здесь закроется работавшее с 1877 года почтовое отделение. Тем не менее, золотые жилы близ города разрабатывались вплоть до середины 60-х годов 20 века. Работавшие на них приезжали в Боди из соседних городков. В 1962 году город-призрак Боди был официально переименован в исторический парк штата Калифорния Боди – Боди State Historic Park. Он считается наиболее сохранившимся городом-призраком США.
В нем можно увидеть уцелевшие после пожара 1932 года приблизительно 170 зданий и построек. Среди них церковь, школу, отделение банка, бар, торговую лавку, управление шахтой, старое кладбище и другие. Дома, включая и внутренние помещения, сохраняются в том же виде, в каком они были 70-100 лет назад. Администрация крайне строго следит за порядком на территории Боди. Категорически запрещается брать что-либо с территории парка в качестве сувениров, а благодаря сухому местному климату сохранность построек в Боди практически идеальная.